Всем привет по ту сторону экрана, я Неркин, и сегодня я дальше продолжаю делать цикл по Minecraft туториалам, и сегодня я сделаю душилку мобов. Она будет действовать на скелетов и на зомби, но с зомби там один нюанс будет, так что я вам покажу. Сейчас сделаю немножечко предысторию такую. Те, кто помнит, как я построил свою ферму, ну, душилку тоже, такую же самую душилку, на мейнхаке FeedTheBeast, то все знают, что типа она как работала. Я нажимал на кнопочку, она выплевывала лаву, и лава обратно засовывалась в ту же самую секунду, но теперь почему-то она не пашет. Ну, это связано с тем, что у нас новый Майнкрафт, новый редстоун и тому подобное. Так, это не то. И вот я вам покажу, как она действует. Сейчас я вам загружу туда скелетов. Так, у нас пока что... Когда я строил, был день, поэтому я должен был сделать вот так вот. Мы нажимаем на кнопочку, наши скелеты душатся. Душатся. Немножко понятное дело, что мы ждем, потому что это, но все же это будет в два раза лучше, чем пока ждать, пока он упадет, там 23 блока упадет. Ну, думаю, я все знаю такую вот схему. Мы просто подходим и лупим их. Получается, бьем. То есть, и сразу получаем опыт. И все у нас приходит вот сюда. Хоппер плавником. Теперь он у плавника пересасывает весь лут сюда, что очень-очень хорошо. А теперь я вам покажу, как ее построить. Для начала берем, ставим вот так вот блоки. Сюда можно, к примеру, поставить... где мой лазуритик? Я хотел сделать декоративные точки. Не, ладно, поставим, к примеру, вот сюда фиолетовую шерсть. Ставим на нее кнопку. Это сразу можно убрать. И я покажу, как бы сделать вот такой вот вороночкой. Это будет очень удобно и практично. Так можно будет сказать. Так, я хочу строить, так сказать, вот сразу же на этой волне, чтобы я не запутался, потому что я и так построил ее немножечко не так, как я хотел построить. И получилось вот это, но она тоже как бы функционирует даже лучше, чем та. Ставим здесь сундук. Плавненько вот здесь переходим, ставим хоппер. Это же хоппер, если не ошибаюсь, да? Проверяем, приеднался ли наш хоппер. Нет, не приеднался, как видите, что очень плохо. Вот теперь я должен приеднаться, приконнектиться. Да, у нас приконнектился. А тут ставим блок. А здесь у нас будет стоять наш раздатчик. Давайте сделаем тоже... Будем более-менее декоративностью заниматься тоже. Здесь у нас стоит хоппер. В хоппер мы будем ложить... Подготовил немножечко так. Хоппер мы будем ложить ведро лавы, но пока что еще мы ведро лавы не будем ставить, потому что мы еще ничего толком так и не сделали. Дальше мы ставим повторитель вот таким вот образом, без задержки. Дальше ставим здесь блок, и на этот блок ставим факел, красный факел. Все, у нас уже есть это. Что мы делаем дальше? Дальше мы ставим вот таким вот образом хоппером. Так, хоппер, и они должны поединаться, ну, как бы, слиться в одно целое. В один хоппер мы ложим любой предмет, к примеру, кость. В один только тот, что там, где редстоун. И все, в принципе, мы уже сделали. А, еще мы также здесь ставим конденсатор. Ну, почему-то тут в моем переводчике пишет, что это конденсатор, хотя это компаратор. Ладно, тут уж не поймешь ничего. Так, в принципе, более-менее у нас уже система сделана. Все, этот механизм отвечает за подачу воды. А, забыл поставить кнопку. Лоль. Так, за подачу лавы. Так, получается, выдвигается и убирается. Все. Теперь у нас все готово. Теперь у нас осталось сделать только саму вот эту верхнюю базу. И чтобы вытаскивался у нас поршень. Так, к примеру, ставим тут. Тут блок ставим. Ставим вот здесь блок. И ставим вот здесь. Вот здесь. Вот здесь и вот здесь. Все. Получается, у нас вот такая вот система небольшая. Здесь мы ставим вот так вот направленный поршень. В какую-то сторону. Да, в эту сторону. Хорошо, здесь ставим у нас... Это какой-то компаратор. Повторитель с одной задержкой. После повторителя мы... Да-да, все, понял. Ставим здесь блок. Красная пыль, и у нас липкий поршень, один липкий поршень. Можно также делать, чтобы он как бы более-менее отличался. Можно, к примеру, нет, изумрудный, к примеру, там взять, где там интернет, ладно, к примеру, давайте возьмем нашу пурпурную шерсть. Да, вот так вот наша пурпурная шерсть будет задвигаться. И все, у нас уже все, в принципе, готово. Осталось только сделать вот такое вот углубление небольшое. Так, здесь можно использовать, конечно, стекло, чтобы вам было видно, как они
умирают, как все это... Ох, не там, вставил блок, и здесь, все, здесь мы, и также мы ставим блок здесь и здесь, все, теперь мы будем видеть, как они будут корчиться, ну и также нам нужна будет плита какая-то, я использую кварц, потому что мне нравится этот блок, и все, вот. То есть мы уже сделали все, что нам нужно было. Наша система работает как никогда. И давайте запустим же туда, к примеру, скелетов. Скелетончиков наших запустим. Так, немножечко. Вот, к примеру, вот столько вот скелетов. И чикс, они у нас падают. Поршень задвигается. Они горят, долго горят. Немножечко долго они будут гореть, понятное дело, потому что это же лава. Но, думаю, не так будет уж трудно подождать. Все, у нас получается, они остались живы. Остался только на один удар. У нас осталось только на один удар. Мы подходим и бьем их. Все. Прикол в том, что... Все, мы убили. А, ну иногда бывает, что вылетают некоторые предметы за воронку. И подходим, забираем его весь опыт. Все. Все же у нас получилось. Вот у нас такая вот небольшая вот схемка получилась. Что же... Думаю, можно дальше ее там как-то позакрывать и тому подобное. Ну, в общем, сделать как... Тут уже вы работаете ваши фантазии и ваше мастерство. Ну, на этом все. Это был я, Неркин. Подписывайтесь на новое видео, ставьте огромнейшие пальцы вверх. А на этом все. Ну и также не забываем комментировать это видео, просить что-то, чтобы я вам построил, сделать какой-то небольшой вот такой вот туториал по этому поводу. Ну, спросите, что бы я сделал. Мне не будет очень трудно, а вам будет только в помощь. В скором времени может будет стартовать проект такой, как, к примеру, там любой проект, связанный с модами, то есть я буду рассказывать там туториалы по модам разным, которые я буду знать уже сам перед тем, как получу их. Ну, понятно, не нужно как-то их будет выучить, эти моды. И вот у нас получился вот такая вот, это первая версия, это уже вторая версия. Нет, вот это первая, это вторая, это третья версия. Ну что же, на этом все. Это был Неркин. Подписывайтесь на новое видео, ставьте большие пальцы вверх, комментируйте это видео, присылайте мне то, что вы хотели, чтобы я построил. Всем удачи, всем пока.